Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, перед вами теремок всенародного покаяния. Именно здесь события до того, как крышу преломил Мишка, или после? После. И здесь мы видим мышку. И видим Мишку. Вот здесь Мишка уже добрый. И мышка здесь первая зашла в теремок, исходя из этих героев. И помогла всем остальным устроиться здесь. И даже Мишка под солнышком, символ Христа и Богородицы, преображает свою сущность. А вот здесь другая мышка. Мышка, которая готовится преломить яички. Да не просто одно, а сразу три. По сказке эта мышка преломила. И, соответственно, наше мировоззрение стало греховным. А эта мышка, наоборот, создала теремок. Как вы думаете, в каком ракурсе нам нужно воспринимать какую мышку? Эту мышку принимать к себе в дом нашего сердца? Или эту мышку, которая наше мировоззрение разрушает? Говорим эту мышку. Поэтому желаю, чтобы сказка «Курочка Ряби» нам всегда напоминала, какие помыслы не принимать. Мы молимся за свой род, за свой народ, и через наше сердце проходят все усопшие наши сродники в рай. Если мы правильно молимся, теремок по 12 положениям символа веры, 19 критериям нравственности, 4 таинствам, то есть 7 таинств церковных, тогда мы спасаемся. Если мы думаем, как быть потребителем, мы погибаем. Господи, помоги нам, чтобы мы выбрали правильную мышку Святой Руси. Поэтому мы и восклицаем: «Русь покается». Воистину покаятся и все радуются. За царя Искупителя, за царя Победителя. Русь воскреснет. Воистину воскреснет.